На борту вертолета Ми-17, экипаж которого был захвачен боевиками в Афганистане, действительно находился гражданин России. Эту информацию подтвердили в МИДе. Сам вертолет принадлежал Пакистану. Он летел в Россию для проведения ремонтных работ. Из-за технических неполадок машина совершила жесткую посадку в афганских горах, в том районе, который контролируют талибы. 7 человек, помимо россиянина, на борту были пакистанцы, не пострадали, но были захвачены в плен. Сейчас дипломаты выясняют их судьбу.